рыбалку в Тунис. Жадный Нордвинд, которым мы летим из Самары, лететь 4 часа 58 минут. Снизил ногу правого багажа с 20 до 15 килограмм. Это минус 10 килограмм снастей. Минус 10 килограмм. Вот этот рюкзак у меня снаряжен. Весит 14 килограмм. Здесь у меня лодка. Двухместная резиновая лодка из ткани 1000. Купленная на птичьем рынке в Самаре. Что вошло в 14 килограмм? Это медикаменты. Вызов врача $35. Я сам врач. Салфеток в отеле Les Soleil Bella Vista, как пишут туристы, нет. Берем с собой на 9 минут. Спасательный жилет. Держанный жена будет в лодке сидеть вторым номером в качестве фото и кинооператора. Из-за того, что пришлось все половинить, вот такую штучку у меня все снасти. Ну, понятно, здесь ножницы, пинцет, для доставания крючков нож, роторасширитель, масса джиг-головок, резиновых насадочек к ним, воблерки, тирольская палочка, грузы для ловли на отвес. Глубины небольшие. Я посмотрел, мы дальше, чем 5 километров от берега, не поплывем, поэтому на 10 метров такой грузик 40 граммов пробьет. Дальше. Сиденье от лодки. Одно самодельное. Это веревочка для якоря. Якорь я свалил сам. Это зип для лодки. И, наконец, вот она сама. Лодка из ткани 1000. Лодка в комплекте полностью. Все. Правда, насос мне пришлось положить в чемодан. Весла в чемодан весит 9,5 килограмма. Это фидерная удочка. Правда, она не штекерная. Спиннинг с тестом 100. Вот эту деталь пришлось отпилить. Поэтому видите, здесь все изолентой. Посажено эпоксидным клеем. Уже раз побывал в бою. Вена и колено укладывается вот следующим образом. Не сломай, держи. Это мы с нашими друзьями и родственниками Аликом и Светиком едем в Тунис на рыбалку. Время — ночь со 2 на 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что рыбалка будет успешной. Вот. Мне повезет больше, чем вам, Алик, а новичкам всегда везет. Всегда везет. Поэтому я думаю, что у нас с вами, ребята, будет все нормально. В телевизионных передачах на канале «Охота и рыбалка» многие знаменитые рыбаки рыбалку в экзотических странах начинали со знакомства с местной рыбкой на рынках. Но мы увидели, что в Тунисе, к сожалению, вся она поймана в основном сетями. И скоро мы в этом убедились воочию. Вот посмотрите, шторм с риском для жизни. В 50 метрах от пляжа нашего отеля местные рыбаки ставят сети. Вот рядом местные ребята сети ставят. Ну, у кого-нибудь, может, лицензия. Лицензия у них, скорее всего, стоит там 100 динаров, скорее всего. 100 динаров, да. Нет, ну... надзора. Ну, наверное, да. А на берегу валяются обрывки сети. Вот посмотрите, ячейка — это всего 20 миллиметров. Вычерпывается подчистую все. Поэтому наши надежды на рыбалку стали таять. Это подтвердили и неудачливые местные рыбаки. Ежедневно по вечерам они выходили на пляж рядом с нашим отелем и ловили на червя морского на вот такие фидерные удочки. Но за неделю ничего у них не получилось. Но мы все-таки не бросили надежды и решили порыбачить собственных лодок, привезенных из России.
Лодочки мы на пляже надули. К сожалению, из 10 дней нашего пребывания только 2 дня не было шторма. И именно в эти дни море позволило нам выйти на свои просторы. Рыбка клевала беспрестанно. Вот такая мелкая. В основном на отвес. Тоже постоянно, вот только забросишь сразу клюет. Небольшая сладушка. Необразная рыбка. Ну, до этой попала. В качестве приманки мы использовали привезенных из России кальмаров. На джиг и на искусственной приманке ничего не клевало. Тут Вальдемар поймал мелкого снайпера. Очень мелкого. Ну, я тоже поймал мелкого. Пока я доставал фотоаппарат, она сошла. Берега просто это самое ловит. Не, ну клев идет хороший, как только забросишь, сразу клюет. Сразу. Третий день в Тунисе. Вчера кончился шторм. Вынесли на берег. Сегодня жди. Ну, рыбы поймали сегодня 2 килограмма, ориентировочно. Отдали местным охранникам на пляже. Мелочь. Лодушку побольше. Вот сейчас лодку сдуем саликом. И, наконец, то, ради чего мы ехали в Тунис. Ради глубоководной рыбалки с катера. Ну вот, что из этого получилось. Купили 3 путевки на рыбалку. На морскую, но глубоководную. Ура! За хороший клюв. Сегодня мы должны были поехать на рыбалку с Аликом. Однако туроператор Пегас денежки нам вернул. Взял и испортил погоду. Да. Ну, может быть, здесь и не Пегас только виноват. Во всяком случае, скажешь, еще 3 дня выход маломерных судов из порта будет полицией запрещен и береговой охраной. Поэтому мы вместо этого ездили опять в СУЗ. Женщины мы тут затарили себе всяких покупок. И мы сидим эти покупки обмываем вместо рыбалки, а лучше бы наоборот. К сожалению, погода в октябре не позволила нам полноценно порыбачить со своей лодки и исследовать морские просторы вокруг нашего отеля, и не удалось выйти на катере на глубоководную рыбалку. Надо, наверное, для рыбалки в Тунисе выбирать какое-то другое время.